Очень часто родители задают вопрос, обязательно ли удалять аденоиды, и если удалять, то в каких случаях. Но на самом деле показания для удаления аденоидов совершенно четкие. Если у ребенка аденоиды увеличены до третьей степени, то это 100% показание для удаления аденоидной ткани. Если у ребенка аденоиды второй степени или первой степени, то такие аденоиды однозначно нужно лечить консервативно, то есть не прибегая к хирургической операции. Бывают случаи, когда и третью степень можно взяться лечить консервативно. И бывают случаи, когда эффект от лечения очень хороший. Поэтому, если вы раньше никогда не проводили лечение комплексного, полноценного, которое включает в себя лечение в клинике у врача и прием лекарственных препаратов, тех, которые вам назначит доктор, то, конечно, не стоит испытывать судьбу, не стоит сразу решаться на хирургическую операцию, а стоит решиться на консервативное лечение, попробовать пролечиться, посмотреть на результат, и если уж он будет негативным, вот только тогда решиться на хирургическую операцию.